Здравствуйте, мои самые прекрасные друзья, мои самые лучшие зрители. Я еду на Тишинку, и меня там ждут новые приключения. Ну вот, мои дорогие друзья, я и на выставке. Смотрите, конечно, кусочек, как я могу иначе быть. Новогодний, веселый, замечательный блошиный рынок. Смотрите, какая прелесть. Кофейные чашечки. Давали тесты. Она сдала тесты, приезжает в среду, во вторник рано утром. Получается, что вот опа, в клинике у нее взяли 5 дней и делали анализ. А вот эту можно? Она говорит, мне, наверное, уже дело в конце. Но она вышла. Нет. Что-то это на Германию похоже, да? Она вышла результаты, она говорит, куда я поеду, я понимаю, что я рискую. Нет. Все, они отказались от участия. Потому что она посчитала, получается, это был 6-й день, как она сдала анализ. Смотрите, какая прелесть. А вот это чье это? Тоже Германия, вот эта резная. Шуман. Ой, Шуман правда любил очень резную. У меня правда Шуман другое. У меня Шуман очень модный такой. Модерн. Мне этот очень нравится. Он вручную, наверное, расписан. Да? И сколько он у нас стоит? 2500. Но это недорого, 2500. У нас негативные у всех. Они пишут негатив. И вот эти резные, они у вас все шумные, да, с цветочками? Ну, конечно, а как он будет положить, если вы уже... Ну, видимо, время прошло. Конечно. Уже прошло время. Я не заразила мужа, Вера, мы спали в одной кровати. Я еще вот у меня брат, я же вам говорила. Да. Вообще, одна комната на квартиру. А вот это вот два, сколько? Это чье? Гарнер. Гарнер? Почему ты меня не заразила? Я буду работать. Вообще, знаете, и сколько они? Наш врач, что они по 5 тысяч. Которые вообще не предрасположены. Ну, так, короче, на роспись красивая. Здесь материалы, которые будут переамериканцы. По-моему, он называется эпидемия. Да, это наш. Наши да. Сняли, и в американцы у нас да. Да, я для заказчиков огромные такие были рыбы покупала. И таксу, помню, покупала. Угу. Это у вас кулоны, да? Это сеты, это и кольца, и серьги, и... А, все вместе. И вот видите, это и брошь, и кулон в одном. И 5500 стоит, да? Да, это горячая перегородчатая эмаль авторская. А. Так, подождите, а это рыбка с чем идет? Только... Рыбка? Вот у нее есть серьги. А, только сережка. Да. Да. То есть перегородчатой эмали тогда у вас не было точно? Не было, да. Ой, а цветы какие у вас красивые сейчас появились. Глинка. Да, это миниатюра на дереве. Да, да, да. Тут прям новогодние. Сколько да. Такая апрель стоит? Она стоит 8 тысяч. Прелесть. Уступлю, если вы вдруг пишите здесь. Ручная работа. Да, все ручная работа. Вот, смотрите, еще вот этого же автора вот три шара осталось, остальные купили. А шарики сколько? Две. И два щелкунчика по 2,5. Щелкунчиков купила стеклянных. Я. Ух ты, какое! Какие фигуры. Вот машина 1000 рублей, а это гиря. 3000. 5-фунтовая, царизм с клеймом. Да? Ой, боже мой, а это что такая красота. Очень хорошие крючки, можно прийти купить. О, даже перочинных ножей у вас целые, не только перочинных.
рукомойничек, посмотрите какой. На даче такой. Можно вас поснимать? Ботиночки. Ботиночки можно, мне нельзя. Не, вас не надо. Брошечки, сейчас пробегусь. А вот это чья такая? Расписанная на... Ростовская финица. Это ростовская финица, очень красивая. Спасибо. Я тогда продал на полку Не надо. А сколько у вас такие? Мастерская Лебедевых. А? Живопись, техники, лаковые миниатюры. Да? А где ваши эти? Кто? Телефончик. Я хочу сказать, у вас очень хорошие рамки подобраны. Они все умеют подбирать. Ой, живопись, я скажу, неплохая. Живопись, да, но не все нравится. А рамки все. Это ручная работа, рамка, рамочка, да? Ручная работа, имитация составленного дерева. Основа папье-маше. Каждая рамочка индивидуально подбирается. Ну, да, вот потому что я хочу сказать идеально. Мало того, что вы рисуете, так хорошо подобраны рамки. Просто идеально. Сколько такая? 20 тысяч всего. Изумительно. Вот про вышивку. Мне подружка вышивает, и вот эти вот пользуются спросом, вы представляете? Ну, они добрые, они веселые, они создают настроение в квартире. Ну, я бы вот этого взяла, чтобы для настроения. Ну, пожалуйста. Очень нравится, просто очень. Эти мне еще очень нравятся.
А это совсем новогоднее, да? Ну, это да, как бы. А вот это, пола, а вот это какая красивая. Ну, все, я супер. Да? Ну, значит, я с вашей супругой его как-то. Ну, мне и вот это нравится. Да? И так красивость оформлена в эти рамки. А это купчиха какая, посмотрите, тоже вообще. О! Мне кажется, купчиху должны расхватывать прямо. Нет? Ну, кто знает, ну, что делают, да, они любят. Но сейчас же народ мало классический. Ну, хорошо, а вот эти вот с цветами? Это вообще триптих. Да, вот это три одинакового размера по высоте. А-а-а. Да, только немножко это. Это розовое, а это на голубом. Ну, а промежуточное, оно, видите, и посмотрите, там прям как будто горят, она золотом так подписала, да. Как будто солнце падает. Золото. Солнце падает, и они просто это светятся. Знаете, как на цветы бывает? Ну и зимний вот этот пейзаж. Ой, просто прелесть. Да, нет, нет, с вашей супругой как-то вот, может быть, девичья. Так, вы в Москве, да? Нижненовгород. Вот эту замечательную чайницу. Вот с такими красивенными цветами. С двух сторон и на крышечке такие же красивенные цветы. И все это купила тоже за 500 рублей. В честь к лимону я, честно говоря, не прочла. Видите, написано 1500, но купила я ее за 500 рублей. Вот такая вот прелесть. И вот, кстати, к этой моей чайнице. Если вы помните, то такой вот молочник, который, ну... Не совсем, конечно, но чем-то похож. Помните, мне его Женечка подарила, это вербилки. Но мне кажется, вот все-таки как-то он перекликается, их можно ставить все-таки рядом на кухне. Вот, красивые. Игрушки елочные. Вот такие я всегда покупаю какие-то новые современные шары. Это стеклянные, но современные шары. Вот мне они очень нравятся. И уже в следующий раз я вам сделаю обзоры, как я еще купила вот эти на это же Тишинской ярмарке шары. Но это то, что я купила для себя. Помните, да, вот эта вот чайная пара. Чудесная чайница. Ну, а в следующем видео вы увидите в основном ваши подарки. То, что... Ну, более подробно об игрушках расскажу. И будут в основном ваши подарки. То, что я приготовила для следующего конкурса январского. Для вас. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем! Чтобы все у вас было замечательно! Чтобы все ваши желания, которые вы загадали, обязательно исполнились в Новом году. Чтобы было море счастья, улыбок, радости. С Новым годом, дорогие друзья! И, конечно, здоровья, здоровья.
здоровья всем, и вам, и вашим близким. С Новым годом! И в новом году только самое хорошее!